Здорово, братишки! Сила! Братишек снова с вами. Всем привет, в общем, добро пожаловать. Это Broforce. И давайте посмотрим, что у нас есть ныне. Так, Covert Operation. Mac Brower is deep in enemy territory. On a mission to actually murder the terrorist leader. Так, Tangerine. Ну, Tangerine не так опасен, как, например, Руби, да? Да, Руби. Помним, помним. Хорошо, давайте попробуем здесь высадиться. Посмотрим, что нас ждет здесь, потому что прошлый раз Кримсон просто убил в хламину. Подожгло, как говорится, стул конкретно. До сих пор все раскалено. Так. Ну быстрее, ну пожалуйста. Ну могли бы сперва загрузиться, а потом показать. О, красиво, красиво, красиво. Опять этот калич, мне он не нравится вообще никак. Давай, бенч. Так, мне этот чел вообще не нравится. Слушайте, здесь освещение прикольно сделано. Спасибо. Тихо. Быстро сделали, быстро. Поторопился. Так. Допустим. Так. Ну, к примеру, ладно, так пускай будет. Вроде бы по красоте. Ну так, сравнительно по красоте, конечно. О. Ту, ёлки-палки, вот шухер-то навел. Так, открывай дверцу. А, блин! Вот это было неожиданно. Какая сволочь, а? Так, ну допустим. Так, мне бы туда скинуть как-то, да, вот к этим чувачкам. Так, собака. Собака это, конечно, хорошо, с одной стороны, но... Ловить сюрприз. Все, всех подорвали, всех готовы. Идем дальше. Ну, неплохо, знаете, вот прикольно сделано то, что уровень... Другой, приятно играть. Даже не заметил, а, лалка. Так. Упс. Упси-дейзи. Брафферс. Стрелять будешь? Будешь, конечно, ты же меня заметил, да? Даже не отреагировал. Вообще ноль. Ау. Ты обалдел, что ли? Падает что-то куда-то. Бушует, падает. Зараза. Так, ну давай. Все, двоих мы убрали, остается один. Вот этот, мешок с костями. Все, нет, успокоился. Кулачком. Кулачком, да, много я тут разбушую. Лови. Блин. Так, там ничего нет. Здесь у нас... Чекпоинт есть, отлично. Обалдеть, они еще и в бинокль смотрят. Да, вот этот, конечно, персонаж не очень интересен мне. Может, кому-то и нравится, но мне как-то вот не пошел сразу изначально. Так, ребята, что вы хотите? Красиво. Нет, конечно, неплохо. Не, не так. Это было плохо. Это было сделано очень плохо. Так. А вот это было хорошо. Сами себя подставляют. Блин. Что внизу?
А внизу ничего. Вот это вот и плохо. Так, если что, одна жизнь, конечно, есть, но... этого очень мало. Все, свободен. Свободная касса. Вот. Так, собаку ликвидировали. Все. Порядок. Ай, блин, сволочь поганая. Горит. Ладно, хоть отсюда начинаем, это хорошо. Так. Все, свободны. Так, ну почти. Собака молодец, мне собака нравится. Я так чувствую, что меня здесь зацепят, да? Ай, не то сделал. Так, здесь что-нибудь будет? Ну, может, патроны какие? А, вот. Вон. Ждем. Все, можно. Можно, отлично. Супер. Все. Прекрасно. Так, нет, здесь надо как-то по-другому сделать. Ай-яй-яй-яй. Брофорс! Свободны. Свободны, ребята, свободны. Так. Ну, если правильно, конечно, понять, как работать этим человеком, то неплохо, скажу я вам. Если правильно, конечно же, все сделать, да? Ау. Ай, блин, это больно. Фу, я, ладно, хоть жив. Бля. Бля. Так. Отлично, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Собаки. Собаки — это всегда плохо, потому что собаки слишком бешеные и слишком неадекватные. И бегают все время в одном месте. Это не сулит ничего хорошего. Ну, если дождь сделать собачий, то будет красиво смотреться, конечно. Да. Это было зачетно. Так, нет, здесь блоки не прошибаются. Ты какая сволочь, а? На. Все. Это мы сделали. Вроде бы миссия не особо понятная, никого не спасли, но... А, выбрался. Мы же спасли самого главного героя. Вот, RC Car Crate. А кто такой RC Car Crate? То я даже не знаю. Так, террор-метр. Ну, давайте посмотрим. Давайте смотреть. Шестой руби. Руби — это плохо. Бордовый как-то, рубиновый как-то. Я чувствую, что не очень приятно здесь будет играть. Хотя, смотрите, обстановка-то зелененькая. Не так уж прямо и печет. Ну, хочется верить, что не печет. Так, этот парень мне нравится. Кыш, отсюда свинья. А по... Вот. Я думаю, что они не горят. Стреляй. Он не понимает, что происходит вообще. Без головы, в общем, осталось. Пока думал, этот приятель, уже все закончилось. Для него. Так, отлично, мне этот чувачочек очень нравится, скажу я вам. Да куда ты стреляешь? Вот он, парень, дает. Надо было в голову тоже стрелять, да? Все, свободен. Кто у нас там? Шварц, вот дали бы мне вот этого RC-карта, или как его там звать-то? Ай, блин, я не то сделал. Я хотел кнопку нажать ножичком. Там женщина бегает. Серьезно? По чуть-чуть. Интересно,
Так, это что такое? Ничего себе, я могу соратников делать. Только они туповатые, походу. Ай, блин! Во, я успел. Так, могу ли я их оживить? Нет? Нет, уже не могу. Все с ними плохо. В общем, ясно. Они какие-то странные. Они взяли просто-напросто и упали. Ау. Ау! Горит. Горит и печет. Так, святые из трущоб. Из бундука. Вот эта псина мне не нравится вообще. Все. Заколбасили. Так, смотрим. Собаки вообще, конечно, топовые с одной стороны. Блин. Вот это размозжило. Одного братишку сняли. Паттисон, Роберт. Так, хорошо. Ну, давайте попробуем. Ауч. Как-то их попробуем снарядить, что ли, я не знаю. Ау. Опа. Так, брательника потерял. Какой ты? Долби, долби там, давай, сам все делай, я пойду спокойненько, да, хорошо? Не вышло. Сволочи, сволочи. Ау! Так, Нео. Чика-чик. Качика-качика делаем. Свинья. Так, что-то мне это не нравится. Кто ж там так атакует? Вон оно что. Вон оно что там работает. Так, ну теперь, в принципе-то, понятно, кто там вообще крутит-мутит. Так, здесь я вроде бы как в безопасности, потому что эта штука стреляет вот таким образом. То есть у меня она, в принципе, не попадает. Мне нужно как-то быстро вот так вот сделать. Ау. Блин, не вовремя. Укла. Вот. А вот это было хорошо. Ай! Подло. Подло. Пошли. В чем смысл этих товарищей, если они меня рвут? Да ёкало мене, что? Вот скотина какая, а? Заново. Бомбит конкретно, конечно. От таких вот вещей. Жесть. Пушечное... Вот просто мясо. Ты обалдел, что ли? Мачете, давай, мачете. Пошлите, пошлите, пошлите. Давайте, давайте, спускайтесь. Сами там все делайте. Давайте, разбирайте. Вы хорошо, у вас хорошо получается. Повторяйте. Прием. Да. Звуки, конечно, зачетные. Ай-ай-ай. Дайте мне вот этого карсера, или как его там звать, карсер. Вот это было хорошо. Так, местные жители, я так понимаю, да? Мы их вербуем, а они дальше колдуют, там что-то делают. Но бестолковые капец. Браво! Но он даже не успел сказать, что хотел. Дайте этого карсера нового. Не дают, Эша дали. Ну, Эш тоже хорош.
Вот, здесь прям комбо. Ладно, я не буду, наверное, как это называется, ставить на паузу, чтобы поиграть полноценно. То есть мы будем с вами так вот играть. Воу. Так, загородила собака мне проход. Че-то голова застряла там. Весело живем. Так. Так, ну привет, Маклейн. Маклейн. Скотина. Так, Дрэдиус, твой черед, твой выход. Привет. Давай. Чик. Я вот так спрячусь, хорошо. Так, не очень хорошо получилось. Скотина. Сволоточ. Жесть какая-то. Вообще не могу. Давай бомбим. Красавчик. Упля, упля. Ты кто? Братья. Святые из Бундока даже. Ну да, 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 да. Кыш, я сказал. Далеко стреляют, это хорошо, это приятно. Так, песика вальнули. Лови. Вот и прошли. Вот и прошли, это радует. Так, ну что, две миссии мы, в принципе, прошли на карте. Что будет дальше, не знаю. Потому что вроде бы мы как весь терроризм искоренили с карты. Наврал. Нифига мы не искоренили здесь. О-о-о-о. Отлично, комбо. Опять. Так, индейка. Рождественская индейка мэн. Лови, чё. Так, хорошо, бочечки пошли. Все пошло, все прекрасно. Все спокойно и безмолвно. Это было красиво. Баданкс. Прям пачечкой подряд. Все. Действует, действует. Ай! Ишь ты какие. Ой. А вот это было красиво. Затроллили как лалку. Что можно сказать, да так? Бля. Ау. Вот эта пуколка, она хорошая. Ау. Привет. Да дайте мне нового героя в конце-то концов, ну. Я бы хотел этого каррейсера, или как вот его звать-то его. Так, все, сейчас пускай попадают там. А я потом на готовенькой спокойно пойду. Так. Ну, Арни, давай, вся надежда на тебя пока что. Там нас... Нам ничего не надо делать, здесь и так все в порядке. Так, свободен. Собака тоже свободна. Вообще все свободны. Никого не держу, честное слово. Так. Ножичком. Ё-моё, дайте нового героя. Я даже не знаю, кто там. Как его звать? Бокскар Рейсер или как его там? Нет, это группа, нет, не то. Слушай, ну мы с тобой прям один в один стреляем. Все, готов? Готов. Привет. Пока. Лови. Ой, озвучка хорошая здесь. Постарались, конечно, на славу. Ё-моё, КПСС, а?
Хорошо, красиво. Ну и там тебя зашибет. Так, хорошо. Ау, вы чё? Вот. О, да ты обалдел, а как мы так сделали-то? На пару, красиво. Ничего не скажешь. Так. Пошла жара. Ну давай, 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 стреляй. Да вот не угадал ты. В общем-то. Не угадал. Так, Робби, 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 Робби. Робби хорош, Робби хорош. Вот накопление, вот эта система, это круто работает. Ой. А-а-а! Сами, 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 сами. Вот отлично, снять в воздухе, это вообще топ. Так, дождь из террористов, это тоже замечательно. Потихонечку механика прям-таки усваивается. Если, конечно, можно так выразиться, ну да. Красиво, вот красиво. Робо прям вообще тащит просто. Ай! Сейчас такой ха-ха-ха-ха сделаю. Вот. Вот это было вообще хорошо. Эш вообще тоже. Молодец. Да дайте мне этого бокс-кар-рейсера, ну. Привет. Получил? Конечно, получил. Так. Это тебе не шутки. Кия-кия и готово. Отлично. Можно спатываться. Со спокойной душой, да? Так, еще уровень, да? Или все? Мы закончили? Да ёкало мне, бесконечная фигня. Так, мистер Ти. Мистер Ти, твой выход. Так, эти пускай там сами разбираются с собой. Жарит. Беги отсюда. Беги отсюда, говорю. Пока не поздно. Ой-ой-ой. Вот это Тетрис. Гори. Синим пламенем. Вы тоже. Так, здесь пусто. Вирасла к пусто. Вирасла. Четко. Четко, четко, четко. Так, сработали. Сработали, сработались. Привет, робот. Сейчас я тебя возьму. Это было хорошо. Это было очень хорошо. Ага. Садимся обратно. Так. Прыжок. Прыжок. Так, ну пока все. Пока, я думаю, хватит. Ну, мистер Ти, давай. Так, у нас ножик. Это было плохо. Бронан, это Бробариан. Бробариан, это у нас Конан варвар. Так, кулачок и меч, и какие-то спейшалы. Ну давай, Арни, у тебя вторая роль. Давай сделаем по красоте, раз такое дело. Так, хотя бы. Посмотрим на спейшал. Красиво! Взрывнушечка такая, да? Не, хорошо работает, хорошо. Так, чак. Чак, бро. Брачак. Блин, неудачно. Высадился я. Ух ты, сволочь.
красоте, по красоте. Ползем, ползем. Ой, ёк, это же у него вызов артиллерии. Огонь, батарея, огонь, батальон. Не, нафиг ты мне не нужен. Так, что у нас там, давайте смотреть. Так. Оу, моменты из жизни, как воспитывали, как рос, как завоевывал награды, как повстречался с кем-нибудь, свадьба, короче, понятно, веселуха конкретно, писем ждал в армии, и тут, в конце концов, сейчас взорвется, да? Вообще, хорошая идея, забавно сделали. Прям поддержу. На. Бам. Все. Угодили? Мы тебе угодили? Я думаю, что да. Чекпоинт. Отлично. Так, ну давайте смотреть. Сейчас раскопаемся потихоньку. Прошу. Ау. Так, вроде бы все. Так, мачете опять пошла. Мачете убивает. Вот фильм не смотрел. Я уж говорил вроде бы, да? Серьезно? Так, вот это хорошо. Мачете, конечно, замечательно с одной стороны, но с другой стороны как-то скучно. Ау-ау-ау-ау-ау. Так, здесь какая-то машинка появилась снова. Интересная, причем бомбит он все в одну точку, там, где я, получается. Да, я еще и себя придавил, вообще молодец. По красоте. Сесть не могу. К сожалению, нет. Было бы хорошо, кстати, интересно было бы. Ау-ау-ау. Не то сделал. Ой, Блейд, Блейд, Блейд. Это, конечно, все весело, Блейд, но ты такой супергерой, что я прям фигею с тебя. Вот это было хорошо. Накажу. Так, давайте мне нового героя. Да что ж такое-то, ну... Не дают, и все. Ай! Чуть не сорвался. Чуть не сорвался. Привет, пока. Я буду ждать звонка. Блин. Перебор. О, привет. Ух ты, опять этот сволочь. Да елки-палки, дайте мне уже классику жанра. Я вас умоляю. Ау-ау-ау. Оу. Так, не все так просто, как кажется на первый взгляд, скажу я вам сейчас, именно сейчас. 5 жизней, конечно, есть, можно как-то побаловаться, но надо ли? Все. Так, аккуратно. Я ушел. Я ушел, я ушел, я ушел. Я ничего не делаю. Все, я ушел. Ну, прикольный уровень, скажу я вам. Да ёк, что за бесконечность-то? Я предлагаю здесь серию закончить, потому что это, ну, совсем будет долго. Поэтому всем хорошего настроения, до новых встреч. Встретимся уже в следующей серии Brawl Force. А пока, всем пока.